Привет всем, это я, Роберт, и сегодня мы начинаем новую игру, которая называется Weekend Warriors. Это игра про то, как люди заходят в клетки и дерутся за деньги. Короче, я подумал. Наверное, вам, наверное, уже надоело, что я постоянно играю эти второзерия. Так что я решил вас оправить. Мы будем играть новое прохождение, так что... Перед тем, как начать, я должен сказать. Эй, ребята, не обвиняйте меня за то, что я играю в терроризацию много. Я не виноват за то, что это происходит. У меня просто нету игр из-за этого. Так что, начинаем. Я уже был начался, но можем начать новую карьеру. Да, я уверен. Мне вообще-то та старая карьера не понравилась. Нет. Нет. Блин. Я не хочу играть за... Я не хочу играть. Я хочу играть за новичков, блин. Давай, где? Где? А, нет, это... А, вот, да. Нет. Нет. Блин. Блин. Ой. Не туда назад. Ладно, можно вернуть назад. Я сказал назад. Короче. Как понял, здесь нету. Здесь где? На нуле. Нету. Я хочу с новичка начать просто... Ой, блядь. Как теперь вернуться назад? Я не хочу играть за какого-то старика, я не хочу просто. Короче, ребята, я не хожу там, где нужно. А может здесь? Посмотрим. Нет. 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 Блин, мне нужно начинать с самых... Самых... Новичков. Блин, и это мне не нравится. Почему? Все ненавидят, они что, издеваются? Блямба. Ну, на самом-то деле. Издеваются, может. Ах, короче, начнем с самого 12-го. Начинаем, потому что я больше не могу уже идти. Чего? Я не понял. Нельзя начинать за про. Я что-то не понял. А, например, вот так. Тоже нельзя? Ебать. Вы издеваетесь. Да блин. Ладно. Как тебе хочется, но я... Да блядь. А, вот, понял.
Пусть будет этим костюмом, потому что я уже не знаю. Да ладно, что за хрень? Я что-то здесь не понимаю. Да ебать, что здесь происходит? Блин, мне раньше разрешали выбирать. Блин. Блин. Я что-то не понял. Блин, что-то я здесь не понял. Да, блямба. Не понимаю я ничего. Может, здесь? А. Теперь дали выбрать, блин, идиоты. Ладно, надо поменять имя. На го бе вич ему будет 19 лет, статус. Блин. Надо его имя поменять. Пусть будет мужским. И можем даже поменять вот цвет волос. Так что мой цвет волос будет фиолетовый. Ах. Пусть будет так. Но значит, что цвет волос надо поменять снова, потому что тоже не выглядит. Ах, пусть будет там. И блин, как тебе вернуться? Ладно. Пусть будет вот такой. Костюм нормально выглядит. Ничего здесь не нужно менять. Ах, пусть будет такой. Короче, выбираем нашего персонажа. Когда я в прошлый раз выбирал, я забыл что-то выбрать. Так что, ребята, да. Когда я выбирал персонажа для испытания, я чуть-чуть не посмотрел, потому что другие игры с медики не бывает этого. Я не знаю, может и бывает, но я не знаю. Короче, надо придется поработать над этим, что это сделать. И да, надеюсь, что мне получится погрузить карьеру, потому что я, как понял, единственный способ драться хорошо, это очень тренироваться. Так что, да, я надеюсь, что мне получится что-то сделать здесь. Я так думаю. А если нет, тогда не обвиняйте меня.
Я не виноват. Но знаете, должен сказать одну вещь. Это единственная 3D-игра на телефоне. Единственная. Потому что другая игра из Мадики бывает или 2D, или 3D. На телефоне я знаю только 2 3D-игры. Это и Resident Evil 3D. Так что, да. Короче. Вот. Первый мой бой. Так что тренироваться нет времени, потому что я тогда буду слабый, как сумасшедший. Так что обвиняйтесь, но я не виноват. Ага, вот значит как. Значит, меня те рыбы не пустили, потому что я был слабак. Посмотрим, кто слабак теперь. Посмотрим, блин. Посмотрим, как кто слабак, а? Посмотрим. Ау. Не больно, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так себя. Ау. Какого? Нет, не теперь. Это моя первая серия. Я не должен проигрывать во время первой серии. Почему я проигрываю во время первой серии? Объясните мне, блин. Блямба. Фу. Спасибо. Извини, тренер, я не тебя хотел бить. Это за то, что ты меня ударил. Это за то, что ты меня ударил. Это за то, что ты меня ударил. Это за то, что ты меня пытался задушить. Это за то, что ты меня пытался задушить и так и далее. Ты брал. Ты... Из-за этого за то, что ты меня бросал. Это за то, что ты меня бросал. А это когда тебя бросают? Ау! Сит! Нет, приятель, даже не думаю об этом. Я не проиграю, нет. Никогда я не собираюсь проигрывать таким, как ты. Лежи на месте, 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 лежи на месте. Сдохни. Ау. Фу, первый раунд закончился. Надеюсь, что мне получится победить. Потому что бывает так, что я проигрываю. Или бывает так, что полностью проигрываю. А знаете что? Не наплевать. Я знаю, что я непобедимый, потому что моя карьера будет вырастать. И так и далее. А, короче, где мы? Ах, да. Вот тебе. Бей. Умри. Сдохни. О, блин. Лицо ранил. Блин, ни хрена себе здесь показывают раны даже. Ничего себе. Ау. Нет. Ау. Как больно. Хватит меня избивать. Посмотрим, как тебе это нравится. Посмотрим, как тебе... Ау! Вставай! Не дай своему сопернику побеждать! Не давай! О, чего мы стоим? Почему мы стоим? И зачем мы стоим? Да, блядь. Сдавайся. О, я победил. Ура, я победил. Ура, я победил. Я победитель. Ура.
О, я на 10-м. Я на 9-м ранге. Тоже круто. Круто очень. Да, потому что раньше я был именно. Почему я потерял денег? Я не понимаю. Я по что потерял денег? Объясните. Я потерял денег? Почему я потерял денег? Почему я потерял день? О, блин, встречаемся с Эмерсоном. Что за имя Эмерсон? Очень мне нужно, Эмерсон. Если это что-то неинтересное, тогда я ничего. Да подожди ты. О, ты хочешь меня куда-то перебросить? Ага, ладно, пожалуйста, я соглашаюсь быть на middle division, потому что это для меня не так, как видишь, и зато ты мне надоел, как сумасшедший. Ладно, теперь надо будет тренироваться мне, это будет моя первая тренировка, я так понял. Моя первая тренировка. Я могу делать то, что могу. Ладно. Во-первых, мы будем тренировать свои удары. Потому что, я как понял, мои удары слабее, как непонятно что. Ладно. Надеюсь, что я нечаянно не нажму ни на что. На второй уровень, на второй уровень. Давай, 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 давай. На третий, на третий, на третий. О, на 75%. На минутку. А до того, какое было. Я не помню. Я реально не помню. Ладно, можем еще натренировать. Давай. Скорость, потому что я понял, что скорость у меня не такая сильная. Давай, 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 скорее, скорее, скорее. Не будь таким слабым, не будь таким слабым. Боже, ты бесишь, как будто ты толстый. Блин, блин. И я ничего не увеличил, заебись. Это какая-то ерунда. Ё-моё. Почему я ничего не сделал? Короче, тренер, знаешь что? Я пока что до следующей схождения, до следующего сражения отдохню. И да. Короче, ненавижу, когда люди меня командуют. Во-первых, потому что когда люди меня командуют, это трудно. И во-вторых, мне трудно тебя выдерживать. Короче. Неинтересно. Полностью неинтересно. Замолчи. Замолчи, не командуй. Так я сказал. Так ты. Нет, не нравится быть middleweight division. Потому что ты мне только что предал за это, а теперь говоришь, что о, нет, тебе не получится, извини, блядь. Но знаешь что, рык, я не сдамся. Понял меня? Я не сдамся. У меня есть одна победа. Я не собираюсь эту победу отдавать. Нужно тренироваться как сумасшедшим. Сумасшедшему, что победить таких, как ты и кто-то другой. И во-вторых, мне не важно. Да, о, привет, приятель. Как мой удал, и как мой удал, и как мой удал, и как мой удал, и как мой удал. Ау, ау, не бей меня со своей ногой.
Мне неудобно, когда меня бьет кто-то ногой. Мне нереально, когда меня бьет с ногой кто-то. Не ломится. И почему я с очками? Объясните. Кто-нибудь, объясните. Почему я с очками? Почему я с очками? Объясните, кто-нибудь. Почему я с очками? Блин. Блин. Это обязательно. Почему мне никто не дает удаля? Ну давай. Ау. Дам тебе ударить меня. Дам тебе ударить меня. Хорошая попытка, но нет. Тебе нужно... Ого! И видите, как я победил? Потому что... Ты что, с ума сошел? Ты что... О, блин. Ты что, с ума сошел, Эриксон? Я был победился, а ты... Ладно, камеру надо поменять, потому что что-то здесь... Нет, камера все нормально. Тогда почему? Ладно, я его снова пизду, но это последний раз. И, блин, еще он раунд добавил. Заебись. Эмерсон, скажу тебе одну маленький секрет. You suck. You totally fucking sucks. Давай. Бей его. Бей его. Ну давай, бей его. Бей его. Ну давай. Куда ты пошел? Это сражение, а не... Ой, блин. Ага, я тебе как будто да. Да, блин, сдавайся. Видно, что ты проигрываешь. И ты, во-первых, ты толстый. Толстых никто не любит. Давай, проигрывай. Да ебать. Все. Я победил. Все, я победитель этого матча. Ура! О, мой принц Сумин упал. Что за имя? Принц Сумин. И это принц... Ах, неважно. Короче. Вот, видите, ребята, я непобедимый. Надеюсь, что это... Блин, почему я теряю деньги? Закрыть? Да и... Блин. Ненавижу, когда это происходит. Рекламы во время прохождения. Короче, первую неделю июля. И, блин, говорят не про этих рестлингов, но хоть мне не интересно про них. Нет, неправда, про них не интересно. Почему? Потому что они никому не интересны, блин. О, блин. Эмерсон нам встречает, заебись. Ненавижу тебя, Эмерсон. Почему ты совсем хочешь, что я с тобой встречался? Как будто ты хочешь сказать, что вау, ты победил два раза, и теперь ты мне не нужен. Ага. Ладно, я хочу Pro License, потому что мне поможет деньги получать. Я так... И да, и поэтому я ненавижу, когда это бывает. Но я ненавижу это. Короче, ребята, я надеюсь, что вам эта серия понравилась. Расставьте лайки, увидимся в следующий раз и пока.